придумывать предпочел бросить. Отскок за Казанью. Журавлев на пятак, и там Яшкин выкладывает на стол все свои козыри. На повторе Яшкин выкатывается за ворот, занимает позицию перед вратарем. Собственно, защитник в этой ситуации уже отыгран. А Яшкин, как в баскетболе, ставит ему спину и проталкивает шайбу в ворота. Дело сделано. Причем, да.